летчиков, вертолетчиков, парашютистов, авиамоделистов. Аэроклуб отметил в этом году свое 70-летие со дня образования. В 1934 году были образованы ряд аэроклубов, в том числе и центральный аэроклуб ДОСАВ, который находится буквально в 500 метрах от нас. Вот Николай Петрович продемонстрировал свое мастерство. Аэроклуб подготовил в предвоенное время несколько сот летчиков, 15 из них в годы Великой Отечественной войны завоевали звание Героев Советского Союза за подвиги, совершенные в 1941-1945 годах. Аэроклуб носит имя своего воспитанника, дважды Героя Советского Союза Сергея Ивановича Грицевца. Вы еще увидите в конце соревнований Николая Петровича, он сюда подъедет, а в 15 часов, уважаемые зрители, будет осуществлена сюда на стадион выброска парашютистов, которую вы также сможете понаблюдать. Да, пожалуйста, пожалуйста, участники соревнований, постройтесь у своих автомобилей. Слева от автомобиля. В каждом заезде пройти по 4 круга. Тот гонщик, который приходит первым, на финиш получает 3 очка. За второе место 2, за третье место 1. Те номера, которые на бортах, они используются за Идет восьмой стартовый номер.
группа «Битвей» представляет Минский ВРЦ «Автоклуб». Товарищ по команде Республиканский учебно-спортивный центр. Четвертая сегодня сложная дорожка. Трасса тяжелая, уважаемые зрители. Здесь перерыв после третьего этапа был подсыпан от всем. И в результате... Увеличивается, он отрабатывает.
отвлекся от своих ближайших преследователей, пока они не успокоили его борьбу. А он заращивает отрыв. Друзья, настали. Желтые ожидаемыми линиями означает, что гонщики ушли на последний круг гонки. Но лидер по-прежнему взятый стартует за оторвался от Вячеслава Пальмира, идущего на третьем месте. Итак, Владимир Лебедев получает ответ. Зеленчук получает. Ну, а сразу Сергей Степанович, он визирует, еще раз напоминаем, вот. Сумме предыдущих трех заездов вырвался вперед, вот Олег Кузикович его пытается. Да, ушел. Скорость, видите, тяжело справиться, тем более. Олег пытается вовнутрь зайти круга. Он отрывается, Сергей Степанович. Сергей Степанович лидирует на втором месте. Второй стартовый номер Василий Шкурда. И замыкает конкурс. Вячеслав Пантин. Мой стартовый номер. Вот Сергей Степанович оторвался и уверенно лидирует, уходит по пути. Ну, практически здесь уже ему тяжело помешать, вряд ли что-то помешает. Если что-то не помешает, уверенно лидирует лидеру чемпионата Сергею Степановичу, представляющему чемпиона Белоруссии по треку в автомобильном гонке. Итак, Сергей Степанович, Олег Богдашевич. Второй стартовый номер Вадим Кишкурно стартует по третьей дороге. И так сейчас будет стартовать. Сразу вырывается вперед. И красный флаг. Фальстарт. За фальстарт. Сергей Степанович. Сергей Степанович, за ним идет Юрий Семенчук. Семенчука обошел Юрий Рубинчук. Два представителя Юколы сейчас возглавляют гонку. Впереди Сергей Степанович и на втором месте Юрий Рубинчук. На третьем месте идет Юрий Семенчук, фирма «Оптимал». И на четвертом месте Павел Кузьмич.
Станиславу Панфилу, видите, третий стрельнул и удачно. Двигатель у него мощный.
Дальнобойщики ушли на последний круг, лидирует Юрий Рубинский, на втором месте идет Алексей Кобяк. Итак, вперед
Патушов, Алексей Кобяк, Данил Сергей Скопчук и Вячеслав Бабишевич. Итак, гонка остановлена. А вот так свалится на трибуну. Помнишь, когда Сергей Скопчук вылетел за пределы. Прямо. Так, к сожалению, такое.